тебе не докладываю какие-то, так сказать, вещи, которые откуда-то я знаю, ну, допустим, Бетховен мне вчера позвонил, сообщил, а я тебе их просто передаю, да, вот, как, так сказать, истину в последней инстанции. Вот, к сожалению, он мне не звонит что-то в последнее время. Вот так иронично и строго Денис Бурштейн разбирает игру студента Алтайского музыкального колледжа. Исполнял он «Аврору» Бетховена. Произведение сложное, но хорошо известное профессионалам. Денис Бурштейн преподает в Академии музыки имени Гнесина, гастролирует по миру, завоевывает престижные музыкальные премии. В Барнаул приехал, чтобы провести для алтайских преподавателей профессиональные мастер-классы. Бесплатно. Курсы, платные курсы, как обычно, они проводятся, это дорого, особенно для людей из, так сказать, из разных регионов, это очень большие для них деньги, это часто там половина или даже больше половины их зарплаты, вот оплатить полные курсы, да, и то, что дали возможность большому количеству людей получить вот это общение, возможность этого общения и получить, соответственно, сертификаты, все эти удостоверения бесплатно, это, конечно, прекрасно. Свои мастер-классы Денис Бурштейн проводит для участников федерального проекта «Творческие люди». Это часть национального проекта «Культура». Всего на занятия ходят 173 педагога из музыкальных школ Алтайского края, обсуждают методики преподавания, разбирают актуальный репертуар, помогают ученикам исправить ошибки во время игры. Просто восторг. Человек-космос, то есть, как бы, несмотря на свой довольно-таки молодой возраст, он немногим старше нас, как мы поняли. Он столько знает всего, что ну, просто диву даешься. Как бы я для себя, для работы очень много беру. Уже на следующей неделе в Барнаул приедут оперная певица Екатерина Стародубровская, музыкальный теоретик Зоя Гуменюк и органист Александр Майкопар. Они тоже поделятся с алтайскими учителями своим опытом. Этот проект будет существовать до 2024 года. И на будущий год такие же курсы будут проходить наши коллеги, библиотекари, работники там, домов творчества, ну и другие работники нашей отрасли. Занятия у наших педагогов музыки продлятся до 20 мая. Выпускники программы получат сертификаты о повышении квалификации. Всего они прослушают 36 часов лекций и мастер-классов. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.